знаешь, что означает слово «кайф»? Кайф – это не две недели отпуска в году, за которые нужно платить, причем не только деньгами, а еще и временем, которое ты тратишь зря, создавая очередную обертку для шоколада. Неважно, кто ты – офисный работник, банкир или студент, нас объединяет одно – самое заветное желание – просто быть собой, быть свободным и идти туда, куда зовут твои мечты. Это и есть кайф. Делать то, что ты умеешь лучше всего. Давно ли ты кайфовал просто так? В мире столько непознанного и столько еще стоит открыть. Представь, сколько на земле мест, где ты еще не был. Стань собой. Кайф – это когда ты по-настоящему свободен и способен сам выбирать, куда идти, плыть или лететь. Лететь туда, куда стремится твоя душа. Эта жизнь слишком коротка, чтобы просиживать ее в офисе. Живи в моменте, твори свою судьбу здесь и сейчас. Выйди за границы своего сознания. Делай то, чего никогда не делал. Будь там, где сбываются твои мечты и рождаются новые желания. Там, где можно творить и быть собой. Просто кайфуй. Ведь так просто делать то, что тебе нравится. Это и есть кайф. Просто быть собой. Кайфовать. Кайфовать. Пойми, ты великая душа, и только ты способен изменить этот мир. Помни, твоя жизнь в твоих руках. Кайфуй. Ощути свободу.